Илья Быстров. Ленинград победил. Когда отгремели раскаты салюта, впервые за 2,5 года, настала желанная нами минута, пришла тишина, но особого рода. Она ленинградской была тишиною, не сразу в ней мы поверили сами. Была она куплена страшной ценою, оплачена кровью, заслужена нами. Ведь каждой награды был этой достоин. И вот почему тишиной наслаждался в бою возле Пулково раненый воин и тот, кто в цехах за победу сражался. Законную гордость тот вечер изведав, мы знали, былой тишины возвращенье и есть ленинградская наша победа. Минута затишья, канун возрождения. Сбылись ленинградцев заветные думы, недаром боролись мы все эти годы, наполнились снова торжественным шумом родные кварталы, родные заводы. Мы слушаем гул, то не гул канонады, то город расправил могучие плечи, и мы не забудем бойцы Ленинграда салют над Невой в тот праздничный вечер.